Здравствуйте. Меня зовут Соболева Татьяна Владимировна. Я работаю воспитателем в школе 1420, корпус номер 6, группа номер 12. Сегодня я хотела бы вас пригласить в свою мастерскую. Книга «Наш лучший друг». Говорит она не скучно, а понятно и беззвучно. Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней. Вы играете, много двигаетесь, при этом, наверное, много читаете. Я хотела бы вам предложить сделать закладку, чтобы вы никогда не забывали, на какой странице в книжке вы остановились, чтобы вы легко могли позвать свою маму или папу для того, чтобы продолжить чтение. А для этого нам понадобится цветная бумага. Если у вас нет цветной бумаги, подойдет любой лист из любого журнала, который у вас есть дома. Ножницы. И если мы будем это украшать, то потом нам понадобится клей. Вот я хочу сегодня сделать закладку облачка. Мне нужен лист цветной бумаги. Если у вас есть двухсторонний, возьмите лучше двухсторонний. Листочек надо согнуть, чтобы из прямоугольника получился квадрат. Для этого соединяем вверху линии и проглаживаем линию сгиба. Прогладили линию сгиба. Вот этот прямоугольник получившийся мы отрезаем. Кому тяжело отрезать по линии, может провести линию по линеечке. Получается у нас вот такой квадрат. При сложении получается треугольник. Посмотрите, ребята, из квадрата делаем треугольник. Прогладили лишнюю детальку, а сложили. Ножницы нам больше будут не нужны. Сгибаем этот квадрат по длинной стороне уголочками друг к другу. Прикладываем и прогладили. Получили треугольник еще меньше. Как бы платочек у нас такой получился. Теперь посмотрите. Берем уголок и кладем его вот сюда в высоту. И кладем вверх. Как бы завязываем платочек. И вторую тоже берем и поднимаем кверху. Прогладили. Посмотрите, у нас опять получился квадрат. Но с такими ушками интересными. Так, прогладили все вот так вот, чтобы у нас все было с вами видно, все линии. Теперь посмотрите, наша фигура, треугольник, лежит к вам длинным основанием. Основание и опускаем вниз. И прогладили. Вот какая у нас фигура, практически лягушка. Смотрите, какая фигура лягушка. Все прогладили. Теперь берем у платочка уголок, поднимаем вверх. Посмотрите, самое сложное в этой работе. И загибаем вовнутрь. Загнули. Берем второй уголочек. И то же самое. Загибаем его пальчиками. Туда глубоко уходим. Прям все расправляем. Все, ребята, закладка наша практически готово. Вот это тот кармашек, куда мы вкладываем странички книжечки. Вот это основная фигура, из которой вы можете сделать все, что угодно. Я хочу, чтобы это было облачко. Я беру ножнички, так, отрезаем уголочки, но не срезаем до конца, чтобы наша бумага, наша закладка держала листочки. Можно резать неровно, так как облачко, как мы видим его иногда на небе. Нежное, воздушное. Вот у меня получилось облачко. Книжечку энциклопедии на страничке, где будет написано про дождик. И я сразу всегда найду эту страницу. Смотрите, какое красивое облачко у меня получилось. А сегодня утром я сделала вот такой красивый арбузик. Все то же самое, только обрезала его кружочком. Наклеила красные
половинки и нарисовала черные зернышки. Посмотрите, пожалуйста, а вот эта закладка сделана из простого листа из журнала. Потому что, когда мне захотелось сделать закладку, я еще не знала, что у меня есть цветная бумага. Вот такая оригинальная закладка. А это закладка для моей любимой внучки. Лимончик, когда она начнет читать, она всегда найдет место, где закончила. А вот закладка в моей книжке, которую читаю я. Веселая, смешная. Такую пироженницу я себе сделала, чтобы мне не было скучно и не хотелось пойти попить чаю. Ребята, а какие закладки сделаете вы? Пришлите обязательно свои фотографии. Я прощаюсь с вами. До свидания.